Всем привет, дорогие друзья! Вот и масленица на носу. И какая же масленица без блинов? Все кушают блины, и нам тоже охота. Особенно тем, кто сидят на диете. Ведь обычные блины нельзя кушать. Но не беда, мы сегодня с вами приготовим свои диетические, вкусные, простые в приготовлении. Они ничем не будут отличаться от настоящих. Если вам интересно, то смотрим. Итак, начнем. Для начала берем кефир обезжиренный. У меня 1%. Нам понадобится 300 мл. У меня как раз получается одна баночка такая. Затем я добавляю 3 яйца. Далее я добавляю 2 столовые ложки кукурузного крахмалу. Можно попробовать заменить овсяными отрубями. Ну и если мы хотим, чтобы наши блинчики были сладкие, добавляем заменитель сахара. Если нет, добавляем соли. Все хорошенечко перемешиваем, чтобы комки кукурузного крахмала все полностью растворились. Еще я добавлю пол чайной ложки соды, перемешаю и оставляю минут 15 постоять. Далее берем антипригарную сковороду. При выпечке допускается использование 1 чайной ложки масла растительного. Для этого я буквально масляной кисточкой буду промазывать каждый раз сковороду. Наливаем тоненьким слоем тесто. И выпекаем 1 минуту с каждой стороны. Пробуем перевернуть. Все. Таким образом выпекаем все блинчики. Ну что ж, в итоге у меня получилось вот таких вот 15 замечательных аппетитных блинчиков. Приятного аппетита! Ну что ж, дорогие друзья, мне только остается вам пожелать приятно провести эти масленичные выходные, поесть блинов, но только много не ешьте. Ну и на сегодня мы заканчиваем. Не забывайте ставить лайк, подписывайся на канал, если меня смотришь впервые. И до скорой встречи. Пока!